26 января в центре Баку около 15:00 по местному времени началась несогласованная акция в поддержку жителей Исмаилы. Уже с утра место проведения акции взяли под контроль усиленные наряды полиции. Поэтому около 50 участников акции совершили шествие в парке Сахил в 300 метрах от площади фонтанов, скандируя: «Исмаилинцы, не спите, не продавайте свою честь». В ходе акции в парке Сахилы на площади фонтанов были задержаны журналисты Хадиджа Исмаилова, Шахвилет Чебанаглу, юрист Интигам Алиев, блогер Эмин Милли, представители молодежных организаций и оппозиционных партий. Всего в ходе акции были задержаны свыше 30 человек.